Чего обед только час, а? Не знаю. Я всю жизнь бы обедал. Ну-ка, встать. Сесть. Встать. Сесть. Встать. Сесть. Встать. Сесть. Так что, все-таки получается у нас приседание, да? Я думал, вы совсем калеки. В смысле, калеки? В смысле? Вот результаты физподготовки. Приседания. Ноль! Это как вообще может быть? Ноль! Да понимаете, у меня после прошлых вот этих приседаний голова 3 недели болела. При чем тут голова к приседаниям? Вы что, путаете голову и жопу? Или у вас это одно и то же? Не, ну, я тогда присел, а у меня штаны на заднице рэпнули. А жена за это сковородкой по голове как врезала. Я сейчас этим дыроколом тебе добавлю! Ты! Все-таки умеешь подтягиваться, да? Да! Я легко! 15 раз в 11 классе подтягивался. А почему сейчас только половину раза? А я вылез просто на турник, знаете, переволновался, и у меня штаны рэпнули. Ну-ка, быстро построили здесь. Быстро! Значит так. Равнись! Цирно! С сегодняшнего дня у вас голодный закон. Сюда еду не приноси, не жрать. И начинаем тренироваться. Приседания. Раз, два. Раз, два. А вы сами, товарищ полковник-то, сдали нормативы? А? Я не понял. Ты что, собрался со мной тут пререкаться? А? И ты тоже у меня, кстати, рот закрыл и упор должен принять. Может, не надо? Итак, раз, два. Если вы хотите пройти переаттестацию, 3, 4. Если вы хотите стать настоящими новыми полицейскими, а если не хотим? Кто ты? Младший лейтенант. Младший лейтенант. А нас тут никто не спрашивает. Раз, два, 3, 4.